Многие начинают думать, что же делать, нужно срочно уезжать, нужно срочно там к чему-то куда-то бежать и так далее. Я хочу вам сказать еще раз эзотерическую идею. Она заключается вот в чем. Первое. Если вы не можете придумать и принять решение, нужно уезжать, не нужно, что вам делать и что не делать, сделайте так. Разожгите костер, сядьте возле него или стойте и просто в него смотрите, в этот костер. Также перед сном, представляя, будто в груди с закрытыми глазами вы видите костер, задайте вопрос и скажите, что мне делать, уезжать или оставаться. Второе, работайте не над тем, чтобы попадаться на чьи-то манипуляции. Мужчина с женщиной может думать, вот я беру на себя ответственность, а его жена каждый день, поехали куда-нибудь, поехали куда-нибудь, поехали куда-нибудь, поехали куда-нибудь, поехали куда-нибудь. Поехали куда-нибудь, а денег нет. А возможности нет, а языка никто не знает. Поехали не очень правильно. И очень часто, когда у человека появляется такой тормоз, он категорически говорит, да, я хочу, и вот туда хочу, и туда, но не хочет внутри, то лучше не нужно никуда. Потому что душа, которая находится у нас в груди, она слабенько, но подает сигналы. И эти сигналы более важные. Но мозг наш, заряженный эмоциями, заряженный чужим огнем таким, он не может создать для нас правильные мотивы и не может подсказать, как нам жить и что нам делать. Почему огонь? Дело в том, что наша душа находится у нас в груди. А когда человек смотрит на огонь, то сознание успокаивается, а душа наполняется, и в ней появляется больше энергии. А вообще хочу сказать своими словами, я раньше о них говорил уже, на самом деле все равно, где человек живет. В случае, если у него в душе счастья и радости нет, то он везде будет несчастным, везде, при любых условиях. То есть хоть богатый, хоть бедный, хоть голый, хоть одетый, не имеет значения. Если вот здесь все плохо, то нигде хорошо не будет.